Итак, первое препятствие, которое я выделила, которое стоит на пути раскрытия своего предназначения, сейчас я вам расскажу, а вы мне тогда дадите обратную связь, если чувствуете ли вы тоже такую ошибку или препятствие, это страх. И это, наверное, самый большой барьер. Страх, вот, пожалуйста, минусы, минусы, минусы на работе. Страх что-либо изменить. Страх признать себе, что работа не нравится. На самом деле, те, кто смогли сейчас поставить это минусы, люди увидели, это огромный шаг. Уже само признание того, что я делаю то, что мне не нравится, это уже первый шаг на пути к тому, чтобы преодолеть это препятствие. Страх, что нужно внести большие изменения в свою жизнь. И я вот могу сказать, что вы, люди, которые занимаетесь саморазвитием, я думаю, слушаете разных учителей, и я думаю, что практически каждый из вас рассказывал о каком-то переломном моменте или о каком-то важном решении, которое эти люди приняли для того, чтобы их жизнь поменялась, и в итоге они пришли к успеху. Но обычно есть какой-то переломный момент, и, как правило, он сопровождается огромным страхом. В моем случае это был почти 13 лет назад переезд в Малайзию, когда я только узнала о методе Сильва. И для того, чтобы заниматься методом Сильва, мне нужно было переехать бы в Малайзию. Вы думаете, мне было не страшно? Вы думаете, я на тот момент занимала очень хорошую должность здесь, в Эстонии. Я уже рассказывала неоднократно эту историю. Меня готовили к преемнике в этой компании, в которой я работала. И я сейчас до сих пор на связи со своим директором. И я знаю, насколько у них хорошо идут дела. Но я все оставила. Я взяла своего двухлетнего ребенка. Я взяла маму, которая поехала с условием, что она мне полгода помогает там обжиться и смотреть за ребенком. И когда мы туда переехали, прилетели с чемоданами, все, переезжаем. И мы зашли в апартаменты, которые нам сняли. Моя мама села на кровать и просто начала плакать. И она мне сказала: я не понимаю, как ты могла все это, все оставить и сюда приехать. Зачем? А я не знала, зачем. Я просто знала, что надо. Я еще тогда не знала, где я окажусь, что меня ждет. Я чувствовала. Конечно, мне было страшно, но я преодолела этот страх. И вот я сейчас, я не говорю о том, что нужно все бросить и сразу же что-то менять. Вам нужно начать делать маленькие шаги. Мы сначала съездили в Малайзию с ребенком, побыли там 2 недели. Я, конечно же, договорилась со всеми, что мама едет со мной. И когда я туда приехала, у меня была работа. Почти год я работала на другой работе, чтобы запустить наш проект. Потому что возможностей просто работать, не получая зарплаты, не было у меня тогда. Поэтому мы сейчас будем говорить, делайте заметки, записывайте сейчас, что вы сможете по чуть-чуть начать изменять, чтобы двигаться туда, к чему лежит ваша душа. Мы будем об этом еще и в упражнении говорить. И я вам рассказываю это не для того, чтобы вы порадовались за меня и сказали: да, спасибо, я молодец, я, да. Но это как, знаете, как пример того, что иногда нужно пойти навстречу своему страху, преодолеть его, ну и сказать: ну не получится, ну значит, такова судьба. В то же время я вернулась через 5 лет обратно в Эстонию, и я считаю, что и там был замечательный опыт, и у меня начался новый этап жизни. На тот момент, когда я вернулась, Лаура мне предложила напрямую же сотрудничество с ней, представлять ее. Вы думаете, мне на тот момент было не страшно? Это я вам рассказываю об этих этапах. Мы будем об этом говорить, да, что следующий этап – напрямую работать с Лаурой. Она для меня была Богом, я на нее молилась. У нас были созвоны, там, может быть, редкие. А тут это полный доступ к человеку, к ее знаниям, к ее опыту. Мы после этого жили у нее, ездили с ребенком к ней. Я ее начала действительно называть своей мексиканской мамой, потому что мы настолько сейчас за эти годы, с которыми мы сотрудничаем, настолько сплотились, настолько я считаю, что перешли на новый уровень. Конечно, мне было и тогда страшно. И можно было отказаться и сказать: не-не-не, я тут в домике сижу. Нет, я пошла. И опять-таки, получится, не получится. Поэтому сейчас
Да, страх будущего есть, но в методе Сильва есть прекрасные упражнения, как преодолевать этот страх. Поэтому просто обратите внимание, давайте не единички сейчас, мы говорили про первое препятствие на пути к раскрытию своего предназначения, если вы знаете, что у вас есть это препятствие или это ошибка, да, скажем, что вы боитесь. Признаться себе, что вы не на той работе, признаться себе, что вы не с теми людьми, с которыми вы сейчас должны были бы общаться. Страх что-либо изменить, да, новый этап, новый рост.